Всем привет, с вами Даша. Сегодня я буду снимать про киндер-сюрприз. А что за киндер-сюрпризы у тебя, Даша? А? Вот это большой, что там за киндер-сюрприз? Ну говори, что думаешь? Из Италии. А второй из Словакии. Молодец. Ну, давай. Сейчас будем открывать маленький. Что это у тебя там такое попалось? Маленькая какая-то зверушка. Зверушка? Ну открывай зверушку, посмотрим. Что за зверушка? Покажи нам зверушку свою. А что на вкладыше написано? Покажи нам. Что это такое? А, это зверята и ребята. Это панда, наверное. Угу. А это куда садить ее, да? Ну, посади ее туда. Вот так. Ну, пускай она сидит. Вот какая у нас пандочка. Маленькая. Ну, давай большой теперь открывай. Посмотрим, что там в большом. Большой интереснее открывать? Да. Почему? Потому что там больше игрушка большая. А, и все? Ну, яйцо большое. А, ого, какое, да? Да. Ничего себе. Что же у тебя там сейчас попадется? Давай посмотрим. Ого-го. Это собачка Снупи. Снупи. Ну, Снупи. О, какая Снупи, ага. Вот чоколадки. Хоккеист у нас уже есть. Собачка попалась. Такая. Вот такая собачка. Вот что в больших киндер-сюрпризах. Она, наверное, заводная, нет? Да, она заводная. Ну-ка. Вот так даже. У нас такая же попадает вот так. Вот так вот. Нет, вот так. Ее надо завести, наверное. За жирафкой просто крутишь. Папа, смотри, просто крутишь. За жирафкой вот так, смотри. А нет. Вот такие у нас сегодня попались игрушки. Всем пока, с вами была Даша. Подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки.